Ну привет, Балди, ты скучал по мне? Ты что, реально подумал, что вы почистите компьютеры от вирусов и ты избавишься от меня? Балди, ты глупее, чем я думал. Думаю, что пора тебе остаться без Роблокса, Балди. У тебя есть 24 часа найти теперь в этом видео 5 пасхалок. Из-за тебя Малина уже осталась без аккаунта, Балди. Кстати, в прошлом видео вы почти спасли Малину, нашли 4 пасхалки. Я думал, что вы уже выиграете, но 5-ю пасхалку никто не нашел. Ну что, Балди, прощайся с Роблоксом. Время пошло. Что? Почему нет трейдов? Читер что, сломала Добми? Балди, что ты делаешь? Трейдер, читер, достал его, застрелил! Вот Adobe написали минуту назад в Твиттере, что произошла какая-то поломка и исчезают пэты в трейдах, поэтому они хотят разобраться и навременно отключили трейды. Интересно, они их вообще вернут? Эх, друзья, но Балди несправедливо выиграл. Лера, почему ты молчишь? Смотрите. Ты была со мной в одном холодильнике. Не была, мы с каком холодильнике не как была. Как это ты была? А вот победители прошлой серии. Если ты тоже хочешь выиграть робоксы, подпишись на наши каналы Валеришка Сим, Валеришка Плей, Валеришка Геймс и пиши свой ник Роблокса. Люблю тебя. Балди, что ты делаешь? Ты это читер, достал его, застрелил, он забанал. Малина, он твой аккаунт украл, смотри. Как да, ты, он в моем аккаунте сидит, представляешь? Балди. Солнышки, у нас сегодня супер челлендж. Богатая против бедной. А еще, кстати, у нас выйдет в эту пятницу долгожданное обновление. Да ладно. Да, так что встречаемся в Adobe. Да. Ну так вот, смотри, Балди, ты сегодня у нас бедная. Я бомж. Да, а я богатая. Наш челлендж заключается в том, что мы должны найти ЛП, лучшую подружку. И попробовать, чтобы они нам подарили пэта. Да легко, у меня, смотри, ведро какое яркое. Ты не понял, она должна просто так подарить тебе пэта, как лучшая подруга. Ты ничего не даешь ей взамен. Очень важно, что пэт должен быть ультраредкий или легендарный. Просто котики нам не подходят. И кому же она подарит, все-таки богатой или бедной? Давайте проверим, кто выиграет, богатая или бедная. Мне девочка расчехлять, я Балди, нет, я не Балди. Что? Что? Так, по-моему, наш челлендж сейчас провалится. Пошли, поедим мороженое. Пошли покушаем мороженое, я тебя убью. Малина, сейчас все провалится. У меня с собой в кармане 3 рубля и ведро мусорное. Пойдем. Понимаешь, Балди, это нечестно. Если она сейчас запалит, что ты Балди, она будет думать, что ты настоящий и тебе подарит пэта как Балди, а не как бомжу. Нет, так я же ей говорю, что я не Балди, я же бомж. О каком пэте ты мечтаешь? Ты уверен, что она не догадалась, что ты Балди? Не, я не уверен. Так, девочки пишут, не ссорьтесь, и Балди написал, что он фан. Но девочка пишет, я по нику вижу. У меня по Балди. А Балди, нет, девочка пишет, это не Балди. Все-таки она поверила, что ты написал, что ты фан. Все, я пошел с ней кушать мороженое. Но хорошо? Я, если честно, сомневаюсь уже в нашем челлендже. Мне кажется, она может тебя заподозрить. Малина, все честно, по-честному. Ну, реально, Балди, так будет нечестно. Ладно. Как это нечестно? Хорошо. Это ты продолжаешь богатую искать. Я продолжаю искать богатую. Если честно, у меня как-то очень сложно это получается, потому что какой-то бедный сервер, даже ни у кого летающих пэтов нет, представляете? Я, короче, уже сижу на фросте, пусть уже ко мне прилетают. Да как это нету никаких? Я так, самый бедный в вашем сервере. Смотрите, подождите, у нас девочка вот прилетела. Значит, у нее уже есть флайпэтик, это хорошо. И она говорит, что она будет моя подругой. Ура, все, мой челлендж тоже начинается. Иначе, если Балди первый достанет пэта классного, я проиграю этот челлендж. Тихо, Малина. Так смотри. Нельзя поступать, это некрасиво. Что? Мы быстрее сейчас с ней подружимся. Она мне вот пишет, что надо кинуть ей заявочку в друзья. Я очень хочу победить в этом челлендже. Челленджи. Слышишь, а давай мороженое может, покушаем. Пошли к тебе домой? И пошли к тебе домой, кстати. Даша, ты чего, мне очень Балди, понравился. Чего, какой домой? Что? Тихо, Малина, подожди, не пали меня. Так нет. Даша. Балди. Даша, я с тобой люблю тебя. Там чего, просто. Балди, ты вообще не только... Надо говорить, обзор дома посмотрим. Они как будто и на свидание что ли там зовёшь. Она мне говорит, Балди. Она рассекретила. Это, мне кажется, она точно уже поняла, что ты настоящий. Малина, не учи меня клеить, девчонок.
Балди, ты должен был просто взять Пэта. Ты меня не хочешь приглашать? Она меня не хочет приглашать. Балди. По-моему, она кроме слова Балди ничего не знает. Она... она знает слово Балди, и она что? Меня сейчас поведет к себе домой. Я тебе мороженое купил. Так я что? Сейчас купил мороженое, реально, ребята. Я купил зеленое Балди. Мороженое. Я тебе нравлюсь? Балди, ты что, к мне заигрываешь, что ли? А ты... чего вы вообще мои сообщения читаете? Кто вам разрешал? Да потому что я читаю, я их вижу. Я в шоке. Тихо! Не читайте, я клею девчонку. Малина, Балди, просто Пэта попросил, мне не надо ее клеить. Она мне говорит, Балди. Ты, короче, она все, она тебя рассекретила. Мне все, кажется... это моя девушка, Малина, я победил в челлендже. Ты, ты еще же не выпросил у нее Пэта никакого, так что сейчас, не победил ты ничего. Сейчас попрошу. Ну, может, тебе ничего не даст. Давай дружить, Балди! Она говорит, Балди! Я сейчас у нее попрошу Пэта. Мне кажется, она в шоке. После того, как ты сказал, пошли к тебе домой, мне кажется, она просто поразилась. Балди, да? И скажу... Она скажет, где она живет и как зовут ее Пэта. Можешь мне Пэта подарить какого-то? Ну ты совсем уже, короче, обновлела, жена. Тихо, Малина, не лезь в мои любовные связи. Что? Она кидает тебе трейд. Это она, Балди. Ты отменил трейд с ней. Я нечаянно. Короче, походу у меня появился шанс, друзья. Я могу сейчас выиграть в этом челлендже. Нет, Марина, у тебя нету шанса. Котик. Потому что я ее угостил мороженым. Она дала тебе котика? Котика! Нет, котик у нас не в счет. Ты помнишь, у нас должна быть ультраредкий или легендарный питомец. Нифига себе. Балди, это тебе. Лёнди, Балди сейчас может выиграть в челлендже. Что? Спасибо за котика. Так, мне надо срочно ускоряться. Быстрее, Малина, давай, проиграешь. Девочка, идем скорее, пожалуйста. Идем пиццу поедим. Хочешь, я тебя накормлю так пиццей. Так, как тебя зовут? Расскажи мне немножко, как тебя зовут, чтобы она как бы со мной подружилась. Она пишет, что мне... Она что пишет? Я еще ничего не написала. Она ничего не пишет, Малина, ты проиграешь. Все, короче, нет. Все. Она пишет, Женя, меня зовут Женя. Я пишу, что меня Натали зовут. И она пишет, что ее мама зовут Натали. Спасибо моим родителям, которые назвали меня самым популярным именем. И я была 5, у меня 5 Наташ было в классе. Ребята, короче, она пишет... А у меня было 8, Балди. Будем интернет-подругами. Все, мне кажется, я уже начала с ней дружить. Mm-hmm. Если можешь, подари мне пэтика, пожалуйста, какого-нибудь пэтика. Не дари, Малине, не дари. Все, она мне кидает трейд. Но подарила какое-то яичко. Причем я такое яичко первый раз вижу. Это какое-то учебное? Это просто пэт-яйцо. Я не знаю. Короче, я ей хочу тоже что-нибудь подарить. Она все фигню подарила тебе, Малина. Ничего это не фигня. Сейчас я с ней задружусь. А только мне нужно, чтобы она мне какого-нибудь легендарного подарила. Или ультраредкого. Малина, не наглей. Ну как это? Если не жалко, я буду очень-очень доброй. Может, еще флай подарить? Так, она мне дарит обезьянку. Барана бери! О, нет, это все не легендарные. Собачку и ультраредка. Бери козла. Короче, я Балди. Ей тоже дарю пэтиков сейчас, чтобы она немножко поняла, что я не обманщица, и что я ей буду дарить пэтиков. Тогда она мне легче отдаст ультраредкого, друзья. Марина, подожди! Что? Я тут приглашаю девушку. Балди! На свидание. Нет. Она не хочет меня к себе Она дала тебе пингвина. Да, она мне подарила пингвина. Самого легендарного и самого ультра-эпически редкого. Балди, тут Лера? Что? Так нечестно. Да меня нет, я уже ушла на космос. Подожди, что? Валерия была с тобой, так она спалила вас двоих. Подожди, Малина, что ты мне фигню рассказываешь? Не было со мной никакой Леры. Даша, что? Тебе не это правильно. Это не Лера, это пингвин. Я бомж, это не Лера, это пингвин. Или я не Балди, я метро. Все, Малина, не пали меня. Балди, это несправедливо. Ты проиграл в этом челлендже. Она тебе дала пингвина. Это не Лера, как это проиграл? Пингвин. Друзья, ну честно, Балди дали пингвина только потому, что... Лера, уйди. Только потому, что это Балди. А не потому, что это просто бомж. Я считаю, что Балди не выиграл в этом челлендже. Это все было по-честному, Малина. Так было задумано, так. Потому что я сказал Лере, что она, чтобы она ушла, но она ушла. Я прошу легендарного или хотя бы ультраредкого. Пожалуйста, Женечка. Что? Тоже пингвина? Она что, сегодня день пингвинов? Она мне дает пингвина. День пингвина. Малина, ты проиграла.
Друзья, это нечестно. Балди челлендж выполнил нечестно. Почему я выполнил нечестно? Напишите в комментариях, друзья. Но Балди несправедливо выиграл. Лера, почему ты молчишь? Смотрите. Ты была со мной в одном холодильнике. Не была, мы с каком холодильнике не была. Как это ты была с пингвинами? Так, не была с пингвинами. Все, я ей тогда подарю жабку. Она такая добрая оказалась. И вообще, я считаю, что в этом челлендже вы были очень несправедливы ко мне. И пойду я ей лучше одену эту лягушечку, но она пишет, что у нее нет денег. Но она такая хорошая, что я хочу ей помочь. Я ей хочу купить одежду на Пэтика. Купи велосипед. Балди, с тобой я вообще не хочу дружить. Ты поступил нечестно в этом челлендже. А почему ты поступил нечестно? Потому что ты с подписчицей поменял. Она тебе как подписчица подарила. Я не говорил, что это моя подписчица, Малина. Ты что-то путаешь. Так это она видела твой ник. Поэтому тебе подарила пингвина. Я был бомжа. Так, все, вау. Я одеваю собачку. Пират, наверное, я куплю вот такого бантика. Он очень милый, этот бантик, смотрите. Так, ну все, я подарю ей бантик, потому что, мне кажется, лягушечке очень подойдет этот красненький бантик. Классно. Какая милота, смотрите. Ну, надеюсь, она оденет на лягушечку этот бантик. Так, давайте посмотрим. Ну, пожалуйста, одень, оно будет, наверное, так мило и красиво смотреться. Ну, одеваешь или нет? А может, она не захочет бантик одевать? Она пишет спасибо. Друзья, смотрите, как же это красиво выглядит. Смотри, какая милая что получилась лягушечка. Просто нереально красивая. Тогда я хочу, знаете что? Вот, лови, я тебе куплю еще райд зелье. Давайте сделаем ее еще и катательную. Как бы на ней можно теперь еще ездить, кататься. Она была в шоке, надарила мне еще каких-то кучу пэтиков. Ну, мне кажется, что лягушечка очень красивая. Давайте смотреть за ее реакцией. А ВВ, она, по-моему, в шоке, она там плачет, смеется. Блин, нифига себе! Так, ну давай, господи, спасибо. Какая же она добрая, она такая милая. И вообще, так мне приятно ей делать. Ой, смотрите, как лягушка красиво выглядит. С бантиком. Малина, челлендж предлагаю не засчитывать. Я считаю, Балди, что нужно переиграть, друзья. Напишите в комментариях, чтобы Балди поменял ник, ну, зашел с другого аккаунта. Тогда, друзья, его никто не узнает. Это будет справедливо. Малина, это так у меня все было справедливо. Я подарил ей своего этого... Кого ты ей подарил? Красного енота. А мне, кстати, перед тем, как я зашла, мне, смотрите, Black Cat May подарила столько питомцев. Спасибо вам огромное, друзья. Вы нас так поддерживаете. Мы вас всех подарили. Очень любим. Спасибо большое. Солнышки, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Если у тебя до сих пор красная кнопочка, делай ее серой. И не забудь колокольчик, пожалуйста. И не забывайте, солнышки, вы на самые лучшие. Мы скучали. Всем пока-пока.